Друзья, здравствуйте! Хочу снять небольшое видео, немножко отвлечься от орхидей, потому что есть у меня такой манго. И для меня это было просто шоком, когда он зацвел. Вот, достаточно небольшое дерево растет на лоджии, не в теплице никакой, в горшок. Дерево привитое, его покупала в Таиланде, привезенное как прививочное дерево, поэтому оно сразу и цветет. Очень сильно пахнет. Очень вот такое вот соцветие у него. Даже можно видеть, что растение небольшое, но оно цветет. И вот так вот. Вот это два цветоноса. Первый, второй. И здесь на подходе пробую заснять. Да. Еще один цветонос. Вот так вот он вылазит. А дальше там еще веточка новая. И хочу на камеру его опылить, так как в видео я нигде этого не нашла, как оно опыляется. И буду опылять, естественно, по знаниям биологии. Тычинка, рельсипильс, пестика. А цветочки у него небольшие, поэтому это делать сложнее. Например, у лимона, когда я это опыляю, там можно опылить пальцами. А тут приходится вот эти сами цветочки. Вот он, раскрытый цветочек. Ну, с миллиметра два. И сейчас, держа камеру, я попробую на вот его. Вот здесь вот есть немножечко пыльцы. И тут сразу вверху находится, вот можно видеть, черная точка. Это тычинка. И причем она у него одна. А может и несколько, может я не рассмотрела. И рельсипистика. Поэтому даже вот поводив просто кисточкой, я попытаюсь сейчас поопылять все цветочки. Вот такое вот маленькое видео про цветение манго. Манго по сорту — это тайский манго. Я думаю, что многие пробовали. Такая вот маленькая радость. И вот я его опылила. И пока я его опыляла, вся кисточка покрылась нектаром. И читала, что опыляют их летучие мыши. Очень сильно пахнет, цветы очень много выделяют какого-то сладкого нектара. В общем, достаточно интересно, даже мне было. Как-то так. Пока-пока.